Сегодня мы снова вспоминаем о тех героях, о солдатах и офицерах, которые сложили головы за освобождение от фашизма, терроризма, от беды. Мы отдаем дань всем полководцам и солдатам, которые на протяжении всей истории России защищали свою родину и защищали другие народы от нашествия врагов. Мы вспоминаем и тех ребят, которые сейчас сражаются в рамках специальной военной операции. Желаем им успеха и победы. Миллионы павших не увидели, не дождались дня, о котором так мечтали. Верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это, бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберег защитник Отечества. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Вечная память жертвам войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Просим возложить цветы.
памятное мероприятие завершено. Мы поздравляем всех с Днем Защитника Отечества!